Детское радио представляет. Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем, все на земле покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Волшебная старая карта отправляет в очередное путешествие Витю со Светой, учеников Академии парусного спорта, построенной для питерских ребят «Газпромом». Увы, салажата не предупредили об этом меня, старого боцмана. Ребята попали в Москву 18 века, где смогли стать учениками навигацкой школы, расположенной в загадочной Сухаревой башне. Свете пришлось переодеться мальчиком, и этот мальчик поспорил с учителем о планетах Солнечной системы, которые тогда еще не были открыты. «Ты есть глупый мальчишка, Хилков! Капралу его! 10 розок ему! Будет знать, как спорить с начальствующим лицом!» «Слушаюсь, господин учитель! Идем, Евсей!» «Розги? Мне?» «Постойте! Господин учитель!» «Что есть тебе?» «Послушайте, это я виноват! Я подсказал Евсею про планету Нептун, а он повторил за мной. Накажите меня!» «Хм! Это есть благородство! Ты признаться — это хорошо! Невиновный наказан — это плохо! Я награжу тебя, мальчик! За честность ты получишь только 5 розок! Все, ступай!» «Слушаю, господин учитель!» «Но твой брат тоже есть виновен! Под ранец его!» «Ой, Светка! Это когда вешают на спину солдатский ранец с камнями и ставят по стойке смирно на целый час. Устоишь?» «Устаю! Ничего!» «Другие мальчики — ученики навигацкой школы, и они должны по правилам школы жить, а мы-то с тобой только посмотреть хотели, и вот попали!» «Знаешь, я им немного даже завидую. И Алёше Хилкову, и другим воспитанникам навигацкой школы. Я даже подумывал пойти в Нахимовское училище. Их много и в Питере, и в Севастополе, и во Владивостоке. Ну, туда поступают наши ровесники и становятся настоящими моряками». «А я смогу туда пойти? Нет, наверное, девочек туда не берут». «Эй, новенький, Адихмантьев, молодец, спас Евсея. Вот только трудно тебе будет на банке усидеть». «На какой такой банке?» «На шлюпочной, какой же еще? Забыли? Завтра в Переславль отправляемся. Там Плещеево озеро. Там царь Петр I строил потешный флот. Будут учить ходить под парусами и грести на шлюпках». «Вот здорово!» «Побежали в рапирный зал. Мусье де Брио не любит, когда опаздывают. И клинком по ногам проехать может». «Да... учат здесь не так, как в нашем времени». «Эдву премсе, все готовы?» «Подними клинок вверх и топни ногой». «Зачем?» «Делай, что говорят». «Ангар, месье! Ангар, месье! К бою!» «Становись в боевую стойку и начинай». «Атак! Нападай!» «Бьян! Хорошо!» «И все-таки мне здесь нравится». «Эй, Евсей! Иди сюда! Вставай со мной в пару!» «Иду!» «Мы пойдем по меридианам и параллелям, поднимать паруса и бросать якоря. Ты увидишь штормы, тайфуны и мели. В общем,
трудящимся на земле. Покорим мы моря. Мачты, смотрящие в зенит, белее снега паруса. Рында над палубой звенит, за старой картой вас ждут чудеса. Тайны старой карты. Тайны старой карты. Продолжение следует.